Ну что, у нас тут наблюдательный совет, да? Ничего, про тебя говорю, про тебя. Ведь у него очень нравится наблюдать, смотреть телевизор. Да. Покажись подписчикам всем. Ну скажи привет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, вот так вот скромно мы. Мы скромные. Вчера у нас была прививка. Вчера он немножко бесился, если честно. Потому что все-таки, наверное, это от бешенства прививка, она как-то влияет. Он какой-то такой был, ну, странненький. Вроде как хотел играться, но не мог много. Но зато хорошо спали сегодня. Всю ночь мы спали, да, вообще. Даже папу не разбудил ни разу. Вернее, папа тебя разбудил, когда переворачивался, да? Яй, яй. Пошли скажем привет, подписчики. Привет. Мур-мур-мур. Мяу-мяу-мяу. Тут пришел к папе. К папе пришел. Тут такой будет. Такой зю-зю-зю-зю. Папа любит. Да, любит папа тебя. Хочу быстренько видео записать. Такое сегодня с утра мне просто пришло. Поделиться с вами, знаете, с чем? Это такое видео, типа, до и после. Потому что у нас сегодня... Сколько мы уже вместе сегодня? Мы целую неделю сына дома. Целую неделю сына дома. Какой же я мой. И о чем хочу сказать, о том, как наши ожидания и реальность, насколько они вообще могут не совпадать. Потому что я перед тем, как взять Люминуса, ну, конечно, я думал, потому что, ну, знаете, почему я думал, я 10 лет думал. Я 10 лет хотел кота, но я все думал, что вот я сейчас перееду в другую квартиру, или там я вообще уеду из Латвии, что я буду делать с этим котом. И я все никак не брал, не брал, не брал кота, хотя мне все время хотелось кота. И потом просто в какой-то момент мне так, камон. Ну реально, ну сколько можно? Так и вся жизнь пройдет, и ты так все будешь куда-то там переезжать, ты никуда не переезжаешь. Ты квартиру себе купил, там ничего, знаешь, это там, ну, ремонт ты сделал, окей, там, что. И так вот жизнь проходит, и ты не можешь себе купить капитал. Я думаю, Феликс, ну реально ты не можешь придумать, как перевести кота, если, например, надо будет куда-то переехать. Ты реально не сможешь перевести кота, я думаю, ну... Ну, камон, и мне просто так это стало как-то за себя даже, блин, обидно. Я думаю, блин, ну что за фигня такая? Нет, я думаю, все, Люминусу быть. И я уже до этого как бы отпустил вообще все ситуации, думаю, так. Мне вообще все равно было там на диван, на шторы, на стены, даже, ну, вот стены не очень, конечно. Вот, потому что с ними тяжелее, конечно, справиться, если там коты царапают. Но думаю, ну, блин, что ты не купишь диван себе? Или там новые шторы ты не купишь? Или, ну, в чем проблема, да? То есть, как бы, чем мне жаловаться на жизнь, что ли? Деньги есть, работа есть, работа всегда у меня как-то есть. Главное взять, если захочешь. И думаю, блин, что меня останавливают какие-то такие, какие-то мелочи, что ли. Но я это все отпустил. Единственное, о чем я очень сильно переживал, это то, что, ну, знаю, что коты все-таки ночные хищники, они не спят по ночам, да, то есть они спят больше днем, а ночью они любят там пошуршать и так далее. И зная, что у меня проблемы со сном, я думаю, что если еще на то наложится еще и это, вот, наверное, это было бы мне самое тяжелое.
И это был такой фактор, который меня, ну, реально беспокоил. Вот реально беспокоил. Думаю, ну, если я не смогу еще высыпаться, но все-таки мне же надо работать, заниматься там фитнесом, спортом, да. То есть это очень влияет, потому что, как это сказать правильно, забываю русские слова, господи, отдых и восстановление, они в нашем возрасте влияют очень-очень сильно на самочувствие и вообще на то, как мы живем. И я не могу сказать, что у меня было до этого очень хорошее восстановление именно из-за сна. Мне никогда не было проблем заснуть, но у меня всегда очень раннее просыпание было в часа там, вообще 3-4 можно было проснуться, причем не просто там, знаете, ну ладно, там потянулся, да, у меня сразу, я просыпаюсь, я сразу такой ту-ту-ту-ту-ту, все, я готов завоевать новый мир там, и пошло, вот, и это было мое ожидание. И вот неделя прошла с Люминусом. Во-первых, за день до того, как мне надо было запирать Люминуса, я заснул от просто бессилия в часов в 5 утра. Я вообще не мог заснуть. У меня были такие мысли. Я просто вот лежал, знаете, как оловянный солдатик, и просто как? Что? Завтра будет кот. Это реально, это случается. Как я теперь буду жить? И да, первая ночь с Люминусом была довольно-таки. Ну, то я проснусь, то я засну, то я проснусь, такой график, я, может быть, там ставлю, если я научусь, как вставлять сюда фотографии, я покажу, как это выглядит. У меня есть детектор сна, я сделал такую инвестицию. Кстати, это очень хорошая вещь, я вам рекомендую, не дешевая. Сейчас она, по-моему, где-то 140 евро стоит, фирму покажу. И это не реклама, это просто совет. Ну, они, в принципе, только одни, по-моему, есть. Остальные там какие-то очень профессиональные такие уже. И прикиньте, вот две ночи, наверное, прошло. Одна ночь с Люминусом прошла. И все остальные ночи мы спим вместе. И я вам признаюсь, что я не высыпался так уже миллиард лет. Я уже даже не помню, сколько я так хорошо не спал. Посмотрите, у меня, я сейчас просто с утра, да, я немножко заплывший такой, опухший какой-то, знаете, потому что я ставлю будильник на 8:30, чтобы просто проснуться, ну, чтобы успеть позавтракать там перед работой и все. Я ставлю будильник на 8:30. Красивая кружечка какая, enjoy the moment, вот enjoy the moment, это очень важно, что надо наслаждаться моментом здесь и сейчас. И блин, я просто так не ожидал, что Люминус, а он спит со мной, понимаете, он не то, что там где-то там он спит здесь сначала, он потом придет сюда, и я этого не слышу, как он перебирается, уже только там под утро, но это уже утро, знаете, там 7 часов, уже мы там пробуждаемся, он там начинает, он уже хочет поиграться, да, и то, если я там на него подую, то он еще там дальше поспит, мы вместе поспим, вот, а так он настолько вообще просто умнейший кот, он даже там в первые ночи, он начал. Но в основном он спит как бы тут, ну, бок, потом другой бок перейдет, под мышкой очень любит, ну, пока он маленький еще. И потом он приходил сюда, прямо вот на шею, да, а у меня эти зажимы артериальные, у меня очень, как бы, ну, тяжело с этой шеей. И вы прикиньте, вообще просто я высыпаюсь так, я просто не могу, я даже не могу поверить сам, что я так высыпаюсь, и мне надо вставать по будильнику. И я даже некоторые там, знаете, там запись, например, к физиотерапевту, он меня всегда ставит на 9, потому что 9 начинает работать, он говорит, он знает, что у меня там, что я рано встаю, а тут я думаю, блин, надо, наверное, сегодня ему написать, чтобы перенес, потому что я не хочу так рано вставать.
Я просто сплю, и я сплю так с котом. И он ночью, он ходит там писать, я знаю это, что он ходит там покушать, наверное, да, ну, потому что мисочка пустеет за ночь. И я не слышу, как он обратно возвращается, и он возвращается куда-то ко мне же сюда, да, и я это не слышу, я просто сплю. Какую-то ночь я даже проснулся от того, что, ну, когда я переворачивался, то я, наверное, его там задел, он там, мяу. Ну, вот, и он такой подал звук, ну, я его там быстренько так обниму, знаете, там, ну, и все, мы такие обнимаемся, и целуемся, и спим, и он там мур-мур-мур, и, ну, это просто вообще вау. Понимаете, я вообще просто думаю, где были мои expectations и где и как реальность получилась. Получилось совершенно противоположное то, что я думал. И теперь я думаю, блин, вот где ты был раньше? Ну, где ты был раньше, например, да? Ну, видите, всему свой опыт, всему свое время, у каждого свой этот тайминг для того, чтобы проснуться, да. Минус уже уснул. Ну, это его там любимое место. Прихожу домой, меня так долго не было, да? А ты с мышем там спишь сам? Затащил себе мыша и спишь там? Да? Папка ушел на 3 часа. Ну, пошли. Ну где лучшая игрушка? Все новое. Обертка от конфеты вообще просто срабатывает идеально. Приучился он к этой, к этой точке, я его вот сюда. Он, в принципе, понимает, что надо здесь царапать. На диван даже не идет. Молодец. Хороший. Хороший, да, про тебя говорю. Командир. Охотник. Да, ты. Скажи всем привет. Ну, охоться дальше. Сын решил поучить немножко латышский, да? Покажи, как ты учишь латышский. А ты на каком ты говоришь вообще? А? Котяра. Давай, учи. Вот так вот, да. Вот так вот ты любишь латышский язык.